Витамины в зимний период. Наш организм ослаб от недостатка витаминов. В это время нужно сбалансировать прием витаминов. Рассмотрим сезонные продукты. Грейпфрукт. Витаминный состав грейпфрукта. Бета-каротин. Витамины А, С, Е, П. Группы В. Минералы, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, йод, кобальт, цинк, фтор, медь, марганец. Апельсин. В апельсине содержатся витамины А, В1, В2, С, П. А также такие микроэлементы, как магний, фосфор, натрий, калий, кальций и железо. Банан. В составе мякоти банана содержится множество полезных веществ. Бета-каротин, пектин, витамины В1, В2, В6, С, П. А также калий, кальций, магний, железо, фтор, фосфор и натрий, фруктоза и клетчатка. Зимний период для организма является трудным. И для этого нужно обогащать витаминами и полезными свойствами, добавляя в рацион вышеперечисленные продукты. И не забывайте проводить активно время. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч!